Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? А, тебе нужно рекламировать кейсы! А, ну в принципе рулетка тоже сойдет! Уровень контента, который мы заслуживаем. Бля, нужно камеру как-то... Окей, рулетка. С чего начнем? Сколько у меня там? 300? Начнем с десятки тогда. С десятки, с 20... 25! Да, да, ебать, поставлю 25 бачей на красное, почему бы и нет? Удиви меня. Блять, стоило мне прийти на сайт с рулеткой, как я тут же поставила не туда. Окей, окей, мы будем продолжать ставить на красное. Я читала много литературы, вообще литературу не читала. Я знаю, мистер Кот, ты мне поможешь. Научи меня играть в рулетки, я знаю, ты ни черта не умеешь играть в рулетки, ты же кот. Да блять! Мистер Кот, скажи что-нибудь. Но, к сожалению, мистер Кот будет говорить только на стадии монтажа. Мне очень одиноко. Надо принести все игрушки, которые у меня есть, чтобы они все разговаривали на момент монтажа. Чтобы все думали, что у меня шизофазия какая-нибудь. Сука. Все же мы люди, все же мы понимаем, что это мистер Кот шепчет мне свои планы, как... Камон, красная. Четвертый раз подряд. Черная выпадет. Да бля. В пизду рулетку. А, мои любимые графики. Бля, что-то оно тут... Что-то оно по графикам тоже не особо идет, мистер Кот. Господи, блядь. Сил моих уже нет. Как же ты заебала. Мистер Кот. Давай мы с тобой попробуем. 25 тоже. На скольки мы выведем, мистер Кот? На полтора. Нас сейчас уже выведу, потому что... О! А на полтора я бы не успела. Все, мистер Кот, мы с тобой в шоколаде. Это наш режим. Мы поднимем свой баланс обратно до состояния, когда мы были не бичами. Потихонечку, помаленечку. Честно, я хотела нажать. Я просто не успела. Мне осталось не очень много денег, типа, я проиграла 4 раза в рулетке. Все моя. Знаете, я поняла, плакать очень модно. Чё? Мистер Кот, объясни мне, как это получилось? Да блядь! Чё это такое? Я... Всё. Дайс. Что такое дайс? Спрей, слоу... Что это вообще? Стратеджи, спрей, слоу... Окей, Винченс. Я себя очень глупо чувствую. Овер. Roll under 37 to win. 37 to win, you won. Вот, честно, мне больше нравились графики. О, графики, это так смешно. Знаете, в пизду графики. Рулетка наша, все. Не буду ставить 25 баксов, я все равно проиграю. Черная опять выпадает. Окей, десятку на черное тогда. Ставься. Все, хорошо, ладно. Десятка на черное выпадает. Черное бесконечно. Будем ставить на черное. Ладно, 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 без проблем. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Это не шиза. Это во имя комедии. Да, камон! Я как будто бы каждый раз, когда я нахожу этот новый сайт, я... Происходит... Я одно время я удивлялась, как мне постоянно везет. Сейчас... Я уже не могу... Нет, черное? Еще раз, типа, давай проверим. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Ладно, десятку на зеленую.
Была, не была. Зеленых давно не выпадало. Типа, выиграю я сейчас десятку. Это было близко. Это было близко. Достаточно близко, чтобы... Да. Сейчас-то она точит в плане... Ну, давайте будем реалистами. Если я вы... Нет, тут даже близко не было. Я так устала проигрывать. Вот бывает, сидишь ты такой, сидишь, записываешь видео и ловишь экзистенциальный кризис в середине. И ты такой, блядь, я все просрала. Я победила! Все. Это, на этом мы заканчиваем. На этом мы заканчиваем, потому что... В пизду. Это моя единственная победа за сегодня. Я останусь на этом. Тут можете подписаться на мой канал. Тут плейлист со всеми остальными рекламными роликами, если вам интересны только рекламные ролики на моем канале. Кейсы, рулетки и прочее. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока. Я пойду прилягу. На рельсы, наверное. Скорее всего, на рельсы.